Друзья, всем привет! Меня зовут Соня, я блогер, и вы смотрите новый сезон программы «Соня может». В новом сезоне я все так же буду испытывать все на себе, но уже с пользой. Глядишь так, и новую работу себе найду поперспективнее. Все-таки 30 лет с хвостиком, как-никак, не все ж мне в блогерах ходить. Знаете ли вы, что в одном Алтайском крае находится около 450 производственных предприятий? Среди них малые, большие и очень большие. Эти предприятия – визитные карточки Алтая, и пора нам с вами с ними познакомиться. Предлагаю начать прямо сейчас, вот с этого места. Интересно, отгадаете, куда меня занесло? Алтайское – село в Алтайском районе Алтайского края. Основано аж 200 лет назад, в 1808 году. Сейчас в Алтайском проживает около 15 тысяч человек. И село считается одним из крупных в крае. Его протяженность – 18 километров вдоль реки Каменка. Основное население занято на производствах, и их здесь предостаточно. Это и сырный, и хлебный, и кирпичный, и асфальтный заводы. Однако цель моего приезда вовсе не они. Сегодня мы отправимся на одно из необычных производств – конный племенной завод, и познакомимся с самой красивой породой, которую я когда-либо видела. И не только самой красивой, но и самой резвой – орловской рысистой. Орловский рысак – знаменитая русская порода легкоупряжных лошадей. Выведены эти красавцы в Воронежской губернии на Хреновском конном заводе в конце 18 века под руководством его владельца графа Орлова. Методом сложного скрещивания с использованием арабской, датской и голландской пород графу Орлову удалось вывести породу, о которой он мечтал. Крупную, эффектную, но в то же время выносливую универсальную лошадь. Под седло, и в упряжь, и в плуг, что называется, и в подводу, и под воеводу. Такими уникальными качествами и по сей день обладает только орловская рысистая. Главным требованием к этим лошадям была резвая четкая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устает и мало трясет экипаж. На сегодняшний день в племенном хозяйстве «Агростандарт» проживают 100 спортивных лошадей. За 10 лет руководству конного завода удалось собрать лучших мамочек со всей страны. Это основа завода. Для справки. Всего в России 2000 маточных голов орловской рысистой породы. Из них высокоценных 400, 35 из которых – выходцы из Алтайского. И это очень хороший показатель. Сегодня я буду не просто блогером, но и стажером. А вот чему я смогу здесь научиться, сейчас и узнаем. Сегодня на конном племенном заводе «Агростандарт» я примерю несколько профессий. Первая – зооинженер. Вторая профессия, которую мне предстоит здесь освоить – коневод. И третья профессия – наездник. Чтобы освоить новую для меня профессию, мне нужен наставник. Знакомьтесь, Светлана Владимировна, зооинженер на конном племенном заводе. Светлана Владимировна, расскажите, как начинается ваш рабочий день? Мой рабочий день начинается в 8 утра. Он начинается с того, что я прихожу на работу и осматриваю все наше поголовье. Я осматриваю их на предмет состояния здоровья, наличие аппетита, ну и просто хорошего самочувствия. Обязанностей зоотехника много. Зоотехник обеспечивает весь производственный цикл на конном заводе. Это начиная от рождения жеребенка, его выращивания и заканчивая тот момент, когда новая лошадь покидает наш конный завод и отправляется на ипподром. Светлана Владимировна, расскажите, как вас занесло в эту профессию?
Первый раз я пришла на конюшню в 11 лет. Вот, и с тех пор, собственно говоря, я или езжу на лошадях, или уже теперь работаю с ними. А сколько лет вы в этой профессии вот именно работаете зооинженером? С 2003 года. Расскажите несколько слов об этой породе. Наш конный завод «Агростандарт» занимается выращиванием, разведением лошадей орловской рысистой породы. Это наша отечественная порода лошадей. Это вообще национальное достояние, гордость России. Это одна из самых первых рысистых пород в мире. Эта лошадь очень узнаваемая, аутентичная. То есть из всех пород рысаков в мире наш рысак, ну, это не будет преувеличением, самый красивый. Может быть, он не самый резвый, но, тем не менее, он обладает рядом других качеств, которые его выгодно выделяют на фоне остальных рысистых пород мира. Светлана Владимировна, вы как человек опытный, а с чего бы вы мне посоветовали начать конное дело? Начать я бы вам посоветовала с непосредственного контакта с лошадью. Ага. Мы можем сейчас подойти и попробовать ее почистить. Лошадь – животное благородное, и оно любит быть в чистоте. О, как это мило. Ну, давайте начнем. Начнем приводить лошадей в порядок. Этого белого, наверное, серого красавца зовут Гусь. Почему такое имя? Объясните. Мы не знаем, почему его так зовут. Он же у нас живет очень давно. Ага. Вот, сейчас ему уже больше 20 лет. Это одна из То есть он такой взросленький, да, у вас парень? Да, одна из самых уважаемых лошадей в нашей конюшне. Лошадь рабочая. Ага. Вот. Всегда он, во-первых, выполняет все работы тяжелые на конюшне, а также он всегда встречает начинающих и любителей, потому что он очень добронравный и всегда расположен к общению. Сначала мы чистим лошадь с гребницы, это то, что у вас в правой руке, железная щетка. Очищаем грязь большую, приподнимаем шерстинки, а дальше мы ее зачищаем, лошадь мягкой щеткой уже. Есть такая поговорка: чистка – половина корма. То есть это о том говорит, что мало того, лошадь надо кормить, за ней еще нужно ухаживать. А скажите, что самое сложное в работе с лошадьми? Ну, самое сложное – это на самом деле получить хорошую лошадь. То есть это требует и аналитики определенных знаний, условий, чтобы у тебя были возможности делать свою работу хорошо. Вот на конном заводе наша основная задача – это выращивание жеребят, получение. Угу. Помимо того, что мы их просто должны получить, да, определенное количество, каждый год мы их, у нас рождаются жеребята, они еще должны показывать результат на ипподроме. Угу. Основная сложность – это получить, вырастить хорошую, качественную лошадь. Меня всегда тянуло к лошадям. Но то ли времени не было, чтобы вот так с ними пообщаться поближе. Но сейчас вот я ее расчесываю, привожу в порядок, глажу. Это не я, это гуся пучит, учтите. Гусь, ну вообще-то мы снимаем тебя на камеру. Сдержись немножко, а. Светлана Владимировна, принимайте работу. Как я справилась? Ну, для первого раза очень даже неплохо. Да? Да. Я думаю, гусь вам чувствует определенную благодарность. Итак, чистить лошадей я научилась, осталось только отработать навык. Предлагаю отправиться в конюшню и познакомиться с другими обитателями племенного хозяйства. А сейчас, внимание, полезная информация для всех, кто впервые знакомится с лошадью. Чего в конюшне делать нельзя? Что бесит лошадей? Ну, вообще лошадь – это большое животное, да, живая масса у них достигает там 550-650 килограмм, есть даже лошади намного больше, и поэтому в обращении с лошадьми нужно всегда помнить о безопасности. Одно из самых основных правил, которые говорят всем, что лошадь не нужно обходить сзади. Это я знаю, мне кажется, с детства вообще, была у бабушки в деревне, это прям… Нужно понимать, что лошадь может и не со зла. Злых лошадей на самом деле очень мало, и, как я уже говорила, как правило, это ответная реакция на плохое обращение. Лошади очень осторожные животные, и они пугливые. Вот, поэтому, когда мы подходим к лошади, нужно ее слегка окликнуть, чтобы она видела вас. И тогда она уже будет знать, что вы подошли к знакомым, они очень хорошо распознают людей. Нельзя просовывать руку в решетку, вот
туда, да? То есть... Может укусить? Нет, укусить не может. Просто, опять же, разворачиваясь, она может вас травмировать. Ну и, конечно, не забываем, что некоторые лошади все-таки могут и кусать. Если я, как незнакомый человек, сначала сахар дам или яблочко, очень... я его задобрю, то есть да. Он уже будет, ага, вот это вот человек хороший. Да-да, это очень хорошее начало диалога с лошадью, да. Пока мы с вами беседовали, я вот краем глаза вижу, что подъехала сюда машина. Да. Что, кто, кого привезли сюда? Это новички? Эта машина называется «Коневоз». Это специализированный автомобиль для перевозки лошадей. И сейчас у нас приехали лошади, которые завершили свою карьеру на ипподроме. Наши лошади домашние, кобылы. И они возвращаются в конезавод, чтобы стать отпуск, матерями. Заслуженный отпуск? Ну, уже теперь на постоянно, да. Ага. От них будем получать жеребят теперь. Потомство. Да, да. Здорово. Ну, пойдемте посмотрим, кого привезли. Вот так, друзья, выглядят пенсионеры, которые завершили спортивную карьеру и прибыли на законный отдых. Обещаю сегодня быть максимально нежной с этими прекрасными созданиями. Ни один волосок не упадет с гривы. Ну, а для более быстрого налаживания контакта я принесла немножечко запрещенки. Ну что, девочки, любим сладенькое? Ой, извини. А вот мы подошли к девочке по имени Ириска. Ириска, ну думаю, ты точно любишь сладкое. Давай, вот так аккуратненько. Вот, Ириска меня не боится. Пожалуйста, хотите сахар? Не бойтесь. Я с вами налаживаю контакт. Меня зовут Соня. Я тоже очень люблю сладкое. Ладно, хорошо. Яблочко. Как видите, не все лошади сразу готовы принимать угощение из моих рук. Кому-то нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку. А есть у вас, знаете, вот самые-самые звезды, ваша гордость завода? Да, у нас сейчас очень хороший состав как по жеребцам-производителям, так и по кобылам. У нас сейчас на конном заводе продуцируют два жеребца. Один – это жеребец-куплет. Ему в этом году уже будет 20 лет. Это очень известный в российском коневодстве жеребец. Его потомство очень успешно выступает на московском ипподроме, центральном, ну и многих других ипподромах. Это жеребец дал многих рекордистов. Также у нас живет сейчас жеребец такой корифей. Он рожден был на Украине, но уже долгое время вся его карьера в основном прошла в России. Он трижды становился победителем Большого Сибирского круга. Очень хорошие результаты показывал. Это действительно выдающийся жеребец. Но его карьера заводская, она, можно сказать, так в самом начале. То есть вот от него сейчас первые лошади выступают. И в нашем его потомство. Да. В нашем хозяйстве вот от корифея рождена кобыла Матрешка. Вот она в этом году выступает очень успешно. То есть у нее вообще в карьере беговой 7 стартов и 7 побед. Для кобылы это очень хороший показатель. Притом она бегает в смешанных заездах вместе с жеребцами. И выигрывала, ну, практически все престижные призы, которые вот есть для орловской рысистой породы ее возраста. То есть старт карьеры корифея как производителя не менее успешный, чем его собственная рабочая карьера. Вот такие вот жеребцы у нас. Очень интересные, необычные имена у лошадей. Как они придумываются вами? Да. Вот просто вот так или все-таки есть какая-то формула? Есть формула, я вам сейчас расскажу. Клички придумываются с тем учетом, чтобы зоотехникам легче было вести племенной учет. Все лошади у нас чистопородные, у всех есть паспорта. И вот чтобы зоотехнику легче было распознавать структуру породы, какой там линии, семейству принадлежит эта лошадь, клички вот таким образом присваиваются. Вот я вам сейчас закрою и покажу. Это у нас кобыла Калибри. Калибри, какое красивое у тебя имя. Вот вы здесь видите вот ее кличку Калибри. Ага. Ее отец Империал, а мать Косточка. Ага. И у орловской рысистой породы кличка начинается с первой буквы клички матери. То есть Косточка, Калибри. А дальше в кличке должна быть буква имени отца. То есть на Империал. Любом месте, на да? любом, да. Ага. Вот таким образом рождается кличка. Хватит, Соня, болтать. Вообще-то я профессии пришла осваивать. Пора приступать к обязанностям. Итак, Владимир, у нас коневод. Расскажите, вот что вы сюда добавляете? Это овес. Это я капитан очевидности. Добавка. А это добавка? Да. Это как витамины, да? Да. Такая бады для лошадей.
зовут Рамка. Я все поражаюсь этим прекрасным, необычным именам для лошадей. А что входит в ваши обязанности? Ну, ухаживание за ними, кормление, поение, уборка. Кормить, поить, убирать? Да. То есть следить за тем, чтобы максимально комфортно, да? А могу я это сделать? Да. Как думаете, у меня получится? Получится. Верите в меня? Да. Набираем овса. Пятьдесят грамм добавочки. Сверху еще засыпем овсом. Алба, здравствуйте. Так, можно, да? Мне проходить и насыпать Алба. Я тебе принесла еды. Все хорошо, не переживай. В любую высыпать? Да, да. Так. О, приятного аппетита. Пока что легко, пока что я справляюсь. Все-таки коневод должен быть, скорее всего, мужчина, да? Ну как вот женщина будет поднимать такие тяжеленные мешки? Ну и последняя лошадка, которую я кормлю. О, вроде не хитрое это дело, но знаете, мне уже жарко, я уже прям взмокла. Фух. Идем осваивать дальше профессию. Как ни крути, но самая грязная работенка в конюшне – это у коневода. Ибо нужно убирать денник. Денник – это там, где находится лошадь. Ну, погнали. Да это еще не так просто. Андрей, не хочешь попробовать? Нет? Смотри, как это увлекательно и интересно. Оп! Все, чистота и порядок. Ну, а теперь это нужно все вывести. Садись, Андрюха, прокачу. А куда какашки выкидывать? Один из немаловажных аспектов ухода за лошадью – это уход за ее копытами. Еще известна такая поговорка, что да, без ног нет лошади. И вот чтобы профилактировать всевозможные проблемы с копытами, нужно ежедневно удалять из них камешки, все, что может попасть в копыта при движении лошади по грунту. Вот сейчас, Соня, вы очищаете копыта от камешков. Это нелегкая работа, да? О, спина! Лошади почищены, накормлены, и я с чистой совестью могу уже выйти на улицу. Итак, друзья, сейчас самое интересное, как же быть на конюшне и не взобраться в седло на это прекрасное животное. Но сначала несколько нюансов. Даша, кстати, тоже зооинженер здесь на конном заводе, и Даша мне расскажет, какие нюансы перед тем, чтобы сесть на лошадь. Для того, чтобы сесть на лошадь, вначале нужно подстроить стремя под наездника. Mm-hmm. То есть оно вытягивается, и кладете вот эту часть стремени себе под мышку и смотрите, чтобы у вас пальчики касались, ну, до конца доходили. Четенько, прям как да. под меня. Ну, значит, вот потом ага. сядете и посмотрите, если будет удобно, то можно выставлять так. Mm-hmm. Если будет слишком низко, то подтянется mm-hmm. на одну петлю. Дальше? Ну, дальше нужно сесть на лошадь. То есть встаете... Но сначала, подожди, мне ж надо гуся. Я уже сегодня, кстати, почистила, причесала. Но надо же немножко задобрить тебя, дружище. Давай тебе сахарка немножко. Даже две порции. Да? Вот так, вот так. Так что провези меня, пожалуйста, сегодня хорошо, ладно? Ну что, пробуем? Отталкивайтесь, перекидывайтесь туда. Вы знаете, с растяжечкой у меня есть некая проблема. На шпагат я не сажусь, даже на полушпагат нет. Давайте сядем на него с забора. Вот мне Даша подсказала, что можно... Корячиться меньше и сесть с забора. Сейчас будет странное сравнение. Несколько лет назад во Вьетнаме я каталась на страусе. И что вы думаете? Это те же ощущения.
Друзья, а вот самый взрослый из жеребцов. Его зовут Куплет, ему 20 лет, и он уже на пенсии. Он уже свою отскакал. Расскажите, как на пенсии живут эти создания? Ну, в целом-то достаточно неплохо они живут. Куплет у нас уже, да, возрастной жеребец. Ему вот сейчас исполняется 20 лет. Что ему не понравилось сейчас? Ему все понравилось. Он зовет кобыл. Он знает, что они гуляют на поле, и он их зовет. Видите, он даже смотрит. Да, не такой-то уж ты и старый, да? Он очень успешно выступал. И теперь он у нас в заводе. Очень от успешно него производит потомство. Да, да, от него получаем жеребят. Ему уже в 23-м году будет 20 лет. У него круглая дата намечается. Вот. Но, тем не менее, несмотря на свой возраст, он себя прекрасно чувствует. Очень активный, он, я смотрю. Он гуляет каждый день много, по несколько часов гуляет и зимой, и летом. Кушает. Ну, в принципе, ведет достаточно такую для себя комфортную жизнь. Ну и напоследок еще такой вопрос. Раз уж я осваиваю профессии, очень уж меня интересует заработная плата. Коневод, зоотехник и наездник. От и до. В целом наши зарплаты, так как мы работаем в сельском хозяйстве, они примерно находятся на уровне средней зарплаты региона в данных специальностях. То есть порядка 30. Коневоды у нас получают около 30 тысяч рублей. Зарплата наездника, она зависит еще от того, какие призы он выиграл на ипподроме. Вот, к примеру, когда проходят бега, призовые суммы могут достигать 300-500 тысяч в заезде. И это все достается наезднику? Ну, наездник получает за первое место 50%, то есть, допустим, от 300 это будет 150 тысяч. Это получает наездник за победу в призе. А остальные 50%? Остальные делятся пропорционально на лошадей, занявших вторые и третьи места. Спасибо вам большое. Было очень интересно, познавательно. Просто вообще для меня сегодня столько открытий. Так, ну что, Куплет, дай я тебя поглажу, дружище. Давай. Хороших тебе отдыхай. Здесь денечков. Отдыхай, пенсионер. О том, как на заводе выращивают коней спортсменов и дают им старт, мы с вами уже знаем. А вот как проходят их тренировки и как из спортсменов делают беговых звезд, об этом далее. Друзья, мы находимся с вами на Барнаульском ипподроме. Именно здесь проживают и ежедневно, как настоящие спортсмены, тренируются беговые лошади. И прямо сейчас мы узнаем с вами их распорядок дня, чем они питаются и из чего состоят их тренировки. Погнали! Но сначала я хочу познакомить вас с тренером-наездником. Константин Карамышев. В профессии уже более 20 лет. В профессиональном конном спорте 7 лет. Мастер-наездник, обладатель множества кубков, таких как приз ковбоя, барса, улова, квадрата и крепыша. Кубки называются в честь именитых лошадей. Из чего состоит ваш день? Прихожу к 8 утра на работу, делаю осмотр лошадей, спрашиваю конюха, все ли в порядке, как они, как проели, как себя ведут, как пили. Каждый день лошади тренируются, как настоящие каждый спортсмены, день, правильно? Да. А сколько длится их тренировка? В среднем около часа. А когда вы уходите в отпуск, там на неделю, на две недели, вы скучаете по лошадям? Ну, конечно, скучаем, а как? Звонишь, пишешь, там, интересуешься, как все дела? Все ли с ними в порядке, хорошо ли они покушали? Да. Скажите, вот такие титулованные звездочки, они как-то у вас по-особому здесь живут? Ну, может быть, у нее, не знаю, сено мягче? Кормите вы ее больше, витаминов больше добавляете в корм? Или все на равных? Вы знаете, как бы, ну, не стараемся, чтобы кто-то выделялась к этой лошади, не обижать, как бы, остальных. Все как бы на общем питании, там, ну, конечно, витамины, там, прикормки, вкусняшки всякие даем, поощряем, а как и а все. А вот как вы поощряете, если матрешка выиграла бега, что, килограмм сахара, 3 килограмма яблок, матрешка, что тебе дают? Или... Ну, все даем, и сахар, и мед даем, ага. Яблоки даем. Ты ее делаешь звездой, допустим, она тебя делает звездой, у нас как бы дуэт. Тандем. Тандем, да.
В ежедневный рацион спортсменов входят 6 килограммов овса, 10 килограммов сена, кормовые добавки и 15 литров воды. Утром на завтрак лошадям подается овес плющенный. На обед – каша, в состав которой входят овес, отруби, ячмень, жмых и травяная мука. На ужин – цельный овес. Подъем у спортсменов ранний, в 7 утра. Отбой после ужина в 18:00. Соревнования проходят каждую неделю. Друзья, но я была бы не я, если бы не надела на себя каску, камзол и не попросила научить меня ездить в качалке. Качалка – это специальный легкий двухколесный экипаж, предназначенный для беговых соревнований. Я же говорила, что впереди у меня еще плюс один неосвоенный навык. Константин, давайте небольшой инструктаж, что мне можно делать, что нельзя. Главное, не кричите, не паникуйте. Так, ну что, сажусь? Садитесь на с правой, с левой стороны. Ага, так. Не бойтесь, садитесь. Ух ты! Вожички можно... Как удобно. Под сидушечку немножко так вот, под задницу. Еще вот. Под попу вы хотели сказать? Под попу. Удобно так, можно вон ниже ножки поставить, попробуйте. Так, либо вот так, я могу ножки, либо вот так, да? То есть как удобно. Угу, хорошо. Так, это вправо, влево. Да. И если я хочу тормозить, остановиться то... на себя, да. И кричите «пррр». 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 Нормально? Нормально. С Богом. Приопускайте вожички и шевелите, да, лошадку, шевелите. Так, друзья, ну что, долг ведущий обязывает вписываться в разные истории и профессии. Для начала попробую прокатиться по ближайшей лужайке. Опробую, как работает мой руль. Вправо, влево. Так, не сбиваем оператора. Он нам еще нужен живым. Вот что-что, но в жизни бы не подумала, что когда-нибудь я вот так сяду в качалку и прокачусь по беговой дорожке. Если честно, это страшновато. А вдруг у лошади включится состязательный инстинкт, и она рванет к победе? Вот что у нее там в голове? Класс! Кстати, максимальная скорость, с которой ездят на соревнованиях, 60 км в час. Так, что делаю? Все? Стою? А, к вам еще надо? Мне еще попасть надо, да? Ничего себе! Так, ну давайте. Это как заезжать в гараж. Ага. Так. Ничего не задеть, не поцарапать. Все? Можно вставать? Фух. Друзья, но я хочу сказать, что на самом деле адреналинчика я хапнула, потому что, вот знаете, животное такое огромное, сильное, и непонятно, что в его голове. Поэтому было немножечко страшновато, конечно, когда он разгонялся. Но вот Константин сказал, 10-15 километров в час у меня получилось разогнаться. Короче, это было кайфово. После тренировки лошадь принимает душ. В обязательном порядке уходовый педикюр. Ей промывают ноги от пыли и грязи. А если на улице жарко, то ополаскивают полностью. Константин, я вам хочу сказать огромное спасибо за сегодняшний день, за возможность прокатиться на качалке. Вы просто даже не представляете, какие у меня вообще эмоции и впечатления. Желаю вам и дальше побеждать на различных соревнованиях. В общем, чтобы все кубки и призы были ваши. Вот. Спасибо, спасибо большое. Что я могу сказать? Это было самое настоящее приключение в мир безумно красивых, грациозных и благородных животных. Я даже на секундочку почувствовала себя самим графом Орловым. Здорово, что в нашем крае есть такие производства, которые не просто выращивают конкурентоспособных спортсменов, а сохраняют чистокровный стандарт знаменитой русской породы. И делают это с большой любовью. Кстати, познакомиться поближе с рысаками орловскими можно на нашем барнаульском ипподроме. В качалку, конечно, вас не посадят, но верховую езду точно помогут освоить. А наше развлекательно-трудовое шоу продолжается, и я отправляюсь на поиски новых уникальных предприятий нашего края навстречу новым героям и новым профессиям. Это был проект «Соня может». Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!
Thank you.